Легко тебе, как тогда. Помоги мне. Ты приехал сюда на машине времени? Примите милую позу. Шин Соли, будь моей девушкой. Никто больше не подарит тебе такой огромный бриллиант. Не можешь связаться с госпожой Шин? Она продолжает избегать меня. На ее месте я бы уже встречалась с кем-нибудь другим. Она уже не прежняя Соли, которая сидела и ждала тебя. Это должно было остаться тайной. Что ты сказал? Я отвезу Соли домой. Прости. Пожалуйста, прости меня.